Юный десант высадился в Армавире. Всероссийские военно-спортивные игры среди юнармейцев прошли в минувшую субботу в рамках армейских международных игр на специальном полигоне у мемориала «Форштадт». Встретились 10 команд. Юнармейцы из Ростовской области, Ставропольского края, Краснодара, Армавира и еще 6 районов Кубани. Наша страна сильна молодежью, наша страна сильна такими ребятами, как вы, потому что вы действительно любите нашу родину. Спасибо вам большое за то, что вы патриотически настроенная молодежь, за то, что вы себя физически подготавливаете. За вами будущее, и пусть сегодня победит сильнейший. Первым этапом состязаний стал смотр строевым маршем. Отряды прошли дважды со своей песней и под прощание славянки в исполнении оркестра, а после бойцы сменили парадную форму на полевую. Пришел черед комбинированного марш-броска за ВДВ. Свободен! В программу соревнований силы и духа вошли разведка боем, включающая применение средств радиационно-химической и биологической защиты, огневой рубеж, разборка разных видов оружия и конкурс на знание истории воздушно-десантных войск. Эти дисциплины в рамках юнармейского движения изучают 32 тысячи подростков из Краснодарского края. Вы здесь сейчас продолжатели великих воинских традиций, патриотических традиций нашей страны. Поэтому желаю вам преуспеть в этом очень важном и суровом деле, деле защиты Родины. Лучшим юным десантом на играх стал отряд Кущевского района. На втором месте юнармейцы из Славянского района. Бронзу состязания увезла в Краснодар команда «Мужество». Впереди у ребят военно-спортивная игра «Юный связист», которая пройдет в Лабинском районе. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.